то чувство, когда покупаешь яхту, ну, под вертолет. В США презентовали судно со специальной вертолетной площадкой. 69-метровая яхта «Суэтрия» с испанского «Удача» оборудована не только площадкой для посадки самолета, но и огромным бассейном на задней части судна. Внутри бар, санузел, массажный кабинет, сауна и хамам. На корме стол на 16 персон, диванчики, большая лаунж-зона. Плюс ко всему обширный гараж, конечно. Яхта сконструирована на итальянской верфи «Танкоа». Италия сейчас лидирует по количеству строящихся суперяхт. В общем, сказка. Сколько эта сказка будет стоить, производители пока не разглашают, однако. Но на этом парад суперяхт не заканчивается. На очереди белая моторная яхта олигарха Андрея Мельниченко. Блондинка, позирующая на яхте, жена богача Александра. Король Шика, так прозвали миллиардера, очень любит, чтобы все было подороже и побогаче, равно как и его супруга. Но, видимо, она и есть то, что называется побогаче. Его судно одно из самых больших в мире, с тремя бассейнами, стеклянным полом и роскошными каютами. Важное отличие, благодаря которому вы точно эту яхту не забудете. У него нестандартный перевернутый корпус.